Наш эфир продолжает программа «Гость в студии». Здравствуйте, меня зовут Марина Кабатюк. И сегодня у нас в гостях исполняющий обязанности директора муниципального предприятия «Городской транспорт» Андрей Афанасьев. Андрей Владимирович, добрый день. Добрый день. Ну, самая приятная новость последних дней – это то, что стоимость проезда в троллейбусе подешевела и составляет теперь 10 рублей. За счет чего удалось этого достичь? Мы провели серьезную аналитическую работу, значит, ну вот, связанную с тем, чтобы посмотреть, каким образом влияет увеличение стоимости повышения тарифа на проезд, значит, ну вот, на пассажиропоток, который мы возим своим транспортом. Значит, и обнаружили такую как бы достаточно серьезную вещь, что каждое увеличение стоимости приводило в определенный период сначала к повышению доходности предприятия, а потом, значит, ну вот, приводило к тому, что пассажиропоток на нашем транспорте падал. Плюс мы работаем сейчас в условиях достаточно жесткой конкуренции с нашими коллегами, я их так называю, частными перевозчиками. Значит, ну вот, практически по всем маршрутам нашего транспорта. И мы для себя сделали вывод, что если стоимость проезда существенно снизится, здесь надо сделать определенный акцент, именно существенно снизится, то, по нашему мнению, это могло бы положительно сказаться, значит, ну вот, на росте пассажиропотока и на увеличении доходности этого нашего предприятия. Анализ вот этих 14 дней, которые мы отработали, можно говорить, как бы так, с полным убеждением, значит, ну, и достоверными фактами о том, что данный эксперимент, скажем так, да, вот, по крайней мере, в этом периоде, он является успешным. То есть доходность от перевозки пассажиров, значит, ну, вот, у нас возросла на 14% по отношению к аналогичным периодам 2013-2012 года. А это стало возможно благодаря дотациям? Безусловно, скажем так, да, тогда, когда мы принимали данное решение, мы предполагали, ну и учитывали, скажем так, да, что мы будем получать дотацию, значит, из бюджета городского, Петрозаводского городского округа, значит, ну, в тех объемах, которые были определены сессией городского совета. Но вот сейчас дотация определена только на первый квартал этого года. Что будет дальше? Ну, дело все в том, что, как нам объясняли, значит, ну вот, депутаты приняли решение о дотации на первый квартал только исходя из того, что по итогам собрания кредиторов, которое должно состояться в апреле месяце, значит, ну вот, будет определена, каков дальнейший путь, значит, ну вот, развития нашего предприятия в силу того, что сейчас оно находится в стадии, ну, банкротства, все об этом знают. Значит, вот, и поэтому депутаты приняли такое решение, что только на первый квартал выделить определенную сумму, она равняется порядка 41,6 миллиона рублей. Ну а можно ли говорить о том, что вот эта мера снижения стоимости, она временная, и там по истечении этого квартала стоимость проезда вновь возрастет? Ну, значит, ну вот, мы же не живем в каком-то, в таком, в обособленном пространстве, скажем так, да, которое, ну, где мы можем действовать только так, как бы мы хотели, да. То есть мы сейчас смотрим на действия наших коллег, значит, ну, да, то есть которые работают сегодня. Значит, ну, вот, мы получили такую информацию, что практически все частные перевозчики снизили тариф до 15 рублей, значит, ну, вот, на своих маршрутах по отношению к 20, к которым они работали ранее. Поэтому мы сейчас будем анализировать доходность, та, которая у нас будет, значит, ну, те затраты, которые мы будем нести и несем в настоящий момент в той ситуации, в которой мы работаем, значит, ну, вот, и будем дальнейшие выводы и решения какие-то вырабатывать. Андрей Владимирович, ну вот когда вы принимали решение о снижении стоимости проезда, ведь вы наверняка предполагали, что некая реакция со стороны частных перевозчиков будет. То есть, да, просчитывали ли вы такой вариант? Безусловно, мы просчитывали, ну, данный вариант, значит, ну, да, то есть, ну, я еще раз говорю, все равно расчеты, они есть, ну, как называется, это, расчеты есть расчеты, да, то есть, а есть реальная, ну, практика жизни, скажем так, да, то есть это от многих факторов зависит, от погодных условий, да, скажем так, то есть на сегодняшний день будет мороз, минус 25 градусов, выйдет ли то количество подвижного состава, которое мы запланированы на маршруты нашего города, либо не выйдет, скажем так, да, то есть какие будут дорожные условия там в части снегопадов, то есть мы, вот ряд факторов, значит, ну, вот, их невозможно учесть, они могут только на основании вот реальной существующей, ну, ситуации ежедневной. А вы можете вообще как-то прокомментировать ту ситуацию, которая сложилась в понедельник утром, когда водители маршруток не вышли на линии? Ну, во-первых, конечно, мне хотелось бы сказать, что эти действия привели к огромному
скажем так, к огромной социальной напряженности в городе Петрозаводске. Я думаю, что каким-то образом надо было все-таки прогнозировать эту ситуацию, руководству вот тех компаний, которые не смогли, выехать на линии и предупредить население, потому что, в принципе, если бы мы знали, были бы предупреждены о такой ситуации, что мы могли, наверное, вывести большее количество подвижного состава, чтобы снять остроту вот этой проблемы, Понятно, что те или иные проблемы, которые возникают внутри предприятия, они должны решаться, но не затрагивать, интересы горожан, наша точка зрения, в том объеме, в котором это произошло. Да, но ваш подвижной состав в любом случае не мог, например, обслужить ту же Древлянку в полном объеме. Да, ведь есть районы, где троллейбусное сообщение у нас не в полном объеме. Ну и поэтому, на мой взгляд, если, опять же, эта ситуация, руководство этих компаний предполагало, что такая ситуация возможна, наверное, можно было бы договориться о каких-то, пускай ограниченном, выпуске подвижного состава. Ведь, я думаю, что конфликт, он же был уже... развивался, это не было какое-то спонтанное, решение. А как вообще сегодня удается конкурировать на рынке перевозок? Как вообще там вот ситуация? Расскажите изнутри. Нет, так достаточно сложно, То есть мы неоднократно в администрацию города ставили вопрос о том, что вот та ситуация, которая у нас в Петрозаводске на сегодняшний момент сложилась, она не является нормальной. То есть действительно есть районы, где троллейбусное сообщение отсутствует, то есть это микрорайон, допустим, Соломина, огромный микрорайон Сулажгоры, на сегодняшний день достаточно с большим количеством проживающего там населения, пиццефабрика. Мы не в полном объеме на сегодняшний день способны охватить Древлянку, то есть, в силу различных причин. И по нашему мнению, когда администрация города, выступая в лице заказчика, транспортных услуг для населения города Петрозаводска, должна каким-то образом оставлять акценты, приоритеты, то есть, чтобы мы не конкурировали, как это сегодня происходит, именно на линии, то есть, когда между одним троллейбусом мчатся два пазика, каждый из них пытается кого-то опередить, страдает безопасность перевозок пассажиров, страдает доходность нашего предприятия, и страдает доходность и предприятия наших конкурентов, или наших коллег, как я говорю. А если бы на сегодняшний день было бы какое-то разумное соотношение количества нашего транспорта и количество транспорта перевозчиков, на тех маршрутах, где мы очень плотно соприкасаемся, от этого, на мой взгляд, выиграли бы все, пассажиры и транспортные компании, которые не несли бы затраты, необоснованные, и выигрывали бы в доходности. То есть это должен быть разумный подход. Но вот были попытки-то каких-то вот таких мирных переговоров, чтобы договориться о взаимовыгодном сотрудничестве, чтобы не было этих дублирующих маршрутов, чтобы, может быть, в вечернее время больше работали частники или выходные, угу, когда троллейбусы вот полупустые действительно ходят? За последний период, с того момента, когда вот я, по крайней мере, я исполняю обязанности директора, в администрацию города мы подавали, предложения, которые сводились практически к трем вариантам. Попытаться каким-то образом развести наши маршруты автобусные и троллейбусные, изменить количество подвижного состава, который работает на этих маршрутах. Изменить режим работы данных маршрутов. Может быть, я скажу такую не очень удобную вещь. В принципе, троллейбусы в воскресенье, посмотреть вот общим взглядом на сегодняшнюю картину и в тех условиях конкуренции, в которых мы сегодня работаем, они, может быть, в городе в воскресенье, может быть, и не нужны. Троллейбус вместимостью 100 единиц, везет там 13, 14, 17 пассажиров, наверное, это экономически неоправданно, может быть, имеет смысл, пускай бы в эти дни работали, более интенсивно частные перевозчики, у которых вместимость подвижного состава там порядка 30-35 единиц, мы бы не работали. Мы бы могли, для тех лиц, которые приобретают проездные билеты, следующий вопрос, могли бы, наверное, объяснить, наверное, снизить бы стоимость проездных билетов, и сказать, что, граждане, вот такая ситуация. Те, кто бы согласились бы с этими, доводами, они бы согласились. Те, кто не согласились бы, могли бы там или не покупать, эти проездные билеты. То есть это такой процесс, который требует спокойного, детального обсуждения, всестороннего анализа, и какого-то приведения к какому-то разумному
значит, ну, вот, разумному, ну, решению. Так или так, значит, ну, вот. Ну, а пока на сегодняшний день вот такого диалога между нашим предприятием, получается, администрацией города и частными перевозчиками, ну, вот как вот тройственный треугольник, к сожалению, пока диалога не получается. Сейчас появилась информация о том, что администрация города намерена разорвать контракт с частными перевозчиками. А в одном из своих интервью вы говорили о том, что устав вашего предприятия позволяет вам осуществлять автобусные перевозки. Что вы имели в виду? Ну, условно говоря, я отвечал на тот вопрос, который мне задали корреспонденты. Это действительно так. Сегодня в уставе нашего предприятия присутствует вид деятельности организации автобусных перевозок. Значит, у нас есть лицензия на, ну, выполнение данного вида работ. И я полагаю так, что если сегодня администрация города поставит перед нашим предприятием задачу или посчитает это необходимым, на базе нашего предприятия создать некую автобусную, ну, автобусное направление или автобусную колонну, значит, ну, то, скорее всего, значит, ну, будем работать в этом направлении. Опыт, в принципе, такой, ну, в троллейбусном управлении, значит, ну, вот ранее уже был порядка 40 единиц автобусов, значит, ну, вот нами эксплуатировалось в свое время. Значит, мы обслуживали микрорайон Древлянку, мы обслуживали Бесовец, это так называемый сотый маршрут. Значит, ну, машины ходили сюда на Куковку. Значит, ну, то есть такой опыт есть. И, в принципе, технологически, значит, ну, это возможно. Андрей Владимирович, а если говорить в целом о процедуре вот финансового оздоровления предприятия, как вы считаете, троллейбусное управление – это все-таки такое дотационное предприятие или оно может выйти на уровень самоокупаемости? Я думаю, что это все-таки, наверное, вопрос дотационного предприятия, значит, ну, да, то есть в силу того, что оно выполняет социально значимую работу. Значит, ну, да, то есть сегодня, в принципе, опять же, вот я делаю ссылку на так некий мировой опыт, да, то есть, по большому счету, большинство предприятий городского пассажирского транспорта, значит, ну, в той или иной мере или в том или ином виде, даже, скажем так, да, дотируются из муниципалитетов, из бюджетов, ну, там, мэрии, скажем так, да, значит, то есть это ни для кого, в принципе, не является каким-то... То есть это общепринятая, значит, практика? Это общепринятая практика, скажем так, да, то есть вот я возвращаюсь опять к теме воскресной, допустим, работы нашего предприятия. Если мы, многие из нас, наверное, уже ездили там в Хельсинки или за границу, ни для кого не вызывает какое-то удивление, когда автобус вместимостью там порядка, ну, тоже где-то около там 50-80 человек везет там 3, 7, 12, там, 12 пассажиров, скажем так. То есть поставлена четкая задача работать по расписанию, да, то есть и то население, которое проживает в данном, значит, ну, вот, ну, в городе, значит, ну, или в населенном пункте, оно имеет право на воспользоваться транспортными услугами, ну, осуществить вот свою потребность, скажем так, в транспортных услугах. Спасибо. Ну и заканчивая наш разговор, наверное, для телезрителей еще раз. Значит, по какому тарифу и как долго еще петрозаводчане будут ездить в ближайшее время? Ну, мы настроены работать с тарифом 10 рублей, скажем так, да, значит, ну, по крайней мере, в течение первого квартала, скажем так, да, то, но в любом случае, значит, ну, данное решение будет принято, значит, ну, да, и приниматься на основе экономического анализа текущей ситуации на предприятии. Спасибо большое, что пришли. Желаю вам удачи в вашей работе. Всего доброго, всем благ. А вам, уважаемые телезрители, я напоминаю, это была программа «Гость в студии». Всего доброго, до свидания.